соревнованиях, которые прошли на базе Центра национальных культур Истоки, приняли участие более 100 спортсменов от 8 до 17 лет. Состязания прошли в разделах «Фулл-контакт» и «Лайт-контакт». За кубок главы города боролись сильнейшие атлеты, представляющие разные спортивные школы города. Отмечу, что кикбоксинг в Сочи – активно развивающийся вид спорта. Им занимаются более 500 детей. У некоторых воспитанников есть уже хорошие результаты. Они становились победителями первенства России, Краснодарского края, Южного федерального округа, а также первенства Европы и мира. Мы решили, что надо все-таки вот в таком плане открыть такие значимые соревнования, которые станут в дальнейшем традиционными и, как хочу еще раз подчеркнуть, значимыми в истории нашего города. И мы хотим продолжить, чтобы еще больше привлечь детей заниматься таким видом спорта, как кикбоксинг. Все-таки это спортивное единоборство, особенно для мальчиков. Они очень пригодятся, но у нас и девочки не отстают. По результатам встреч участники смогли повысить свои спортивные разряды, а лучшие спортсмены вошли в состав команды, которая представит наш город на краевом первенстве. Главный же трофей турнира – кубок главы города – получили победители в каждой возрастной категории.